Всех приветствую. Утро 14 ноября. Всем огромный привет из Славянска. Немного о ситуации в городе, о том, как прошло 13 ноября и, собственно, ночь. В тишине и спокойствии по изменениям в городе можно отметить то, что только налаживается. Таким образом, планируют открыть один из магазинов сети АТБ Маркет, также отделение Розетки на торговом центре Ярмарочный и открывается кафе, уже функционирует шашлычный двор. То есть каждый день, так можно перечислять бесконечно, вплоть до ларьков, каждый день что-то новое открывается, возобновляет свою деятельность, соответственно, это все указывает только на то, что город оживает. В городе есть все необходимое для жизни, по-прежнему, что касается коммунальных услуг, ведутся ремонтные работы, восстанавливают подачу газа, еще не во всех частных секторах восстановили, в некоторых домах нет, и так же самое в некоторых многоэтажных домах отсутствует отопление в некоторых районах. Ну и по-прежнему у нас Славкурорт остается одним из районов, где отсутствует электроэнергия. Посмотрим, что нам принесет сегодняшний день. А пока всем мира и добра, и до вечера.